Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на антимага, его название Nomadic Protector. Давайте рассмотрим наших антимагов. Вот такой, такой скучный чувак. Ну как скучный, обычный антимаг, но сет, на мой взгляд, скучный. Ну потому что в нем как бы нет ничего такого примечательного. Вот эти клинки, на мой взгляд, они... Ну, вроде бы симпатичные, довольно такие плавные, модельки хорошие, но у них нет ничего такого необычного. И в целом, как бы, во всем скине нет такой какой-то особой детали. Но нравится вот этот воротник. У него очень симпатичная моделька, и текстуры в этой модели очень красивые, как бы. Вот за этот воротник автору особая благодарность, а так больше, как бы, не к чему, ну... Не то чтобы притраться, а глаз остановить не на чем. У нас практически такой же ракес, как в стандартном скине, только у нас меняется его цвет полос. Ну, в игре подробно рассмотрим, как он там выглядит. Данный сет состоит у нас из 5 частей, 3 анкомонок и 2 комонок. Цена данного сета довольно велика, на мой взгляд, составляет она около 7 рублей. На мой взгляд, это слишком много за этот сет. Давайте посмотрим, как выглядит антимаг в игре. Вот такие ногины. Клинки вот эти. Знаете, можно из них санки классные делать, красивые. А вот в качестве оружия использовать это, ну, на мой взгляд, не дело. Стандартные клинки намного лучше, чем вот эти полные. Но оценки были бы классные. Вот я бы прокатился на такие вот скорки. Давайте вблизи рассмотрим. Вот воротник у нас этот очень симпатичный. Потому что, как я говорю, в стандартном скине этот воротник, ну, ужасный, просто отвратительный. Вот этот скин очень симпатичный. Ну вот брысера они непонятные какие-то. На решето похоже. Можно что-нибудь просеивать через них. Давайте рассмотрим иконки наших антимагов. Вот с этого антимаг. И не с этого. Стандартный спин. Вот, давайте буду переключать так. Они практически одинаковые. У нас в стандартном скине розовый ракет. А в сете фиолетовый. Ну, здесь маленький бугорок такой. Ну и также вот воротники вот эти меняются. Собственно, вот это все изменения. Малозначительные, на мой взгляд. Ну, средненький такой сет, я бы сказал. На этом все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.